А теперь я поеду на троллейбусе 56 от Белорусского вокзала или 2-го лесного переулка. А куда, даже не знаю, но не важно, в конце концов. Да, вот такое объявление тут на остановке. Ну, скажем так, не самый мой любимый вариант. При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщите водителю. Всего вам. Уважаемые пассажиры, на вас обслуживает филиал Северо-Восточный Кубмосгорнанс. Троллейбус следует по маршруту номер 56. До конечной остановки Батовская улица. Следующая остановка – 2-й лесной переулок.
может стать причиной аварийной ситуации. Ожидая автобус, не стоит пересекать край тротуара. Остановка Саверовский вокзал. Следующая остановка Бутырская улица, дом 46. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обо всех подозрительных лицах, находящихся в салоне троллейбуса, а также в случае обращения салона троллейбуса вещей, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщите водителю. Из соображений безопасности просим вас не затрагивать данные вещи.
остановка Дубинская улица, дом 62. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма будет предлагаться. Второй проверки у нас просим вас бережно относиться к подвижному составу.
Остановка – магазин «Спортмастер». Следующая остановка – станция метро Петровско-Разумовская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливыми. Уступайте места пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми и инвалидам. Thank you.
Остановка Нижние Хоборы. Следующая остановка – 7-й автобусный парк. До выдвижения получения данных держите за ключ. Остановка 7-й автобусный парк. Следующая остановка – институт «Светлетавтоматик». Уважаемые пассажиры, во время посадки самого будьте внимательны. Не задерживайтесь, по возможности проходите вперед. Остановка – институт «Светлетавтоматика». Следующая остановка – Ленинский проезд. При переходе в проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не пересекайте дорогу перед следующим трассом. Переходите на улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку.
Неожиданный выход из настоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Ожидая автобус, не стойте близко к краю тротуара. Остановка кинотеатр «Ереван». Следующая остановка – комплекс «Метростроя». Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обо всех подозрительных лицах, находящихся в салоне троллейбуса, а также в случае обнаружения в салоне троллейбуса вещей, оставленных другими пассажирами, предупреждение сообщения. Из соображений безопасности просим вас не докладываться данными вещей.
паспорта. Приглашаю жителей Москвы, Московской области старше 21 года, имеющих образование ниже среднего, на работу по профессии водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный акт, льготный проезд на международном городском пассажирском транспорте, включающий график работы, проблемы с жительством, возможное обучение, а также профессиональное трудоустройство. Подробности по телефону 8-6-9-50-40-40. Остановка Талдомская улица. Уважаемые пассажиры, до маршрута наземного городского пассажирского транспорта осуществляется ежедневно каждый час. Напоминаем, что без билета и поездки не оплачены правом багажа, увеличен наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. А при выявлении случаев неправомерного использования дезинфицированных приборов,
Адамская улица. Следующая остановка. Адамская улица. Уважаемые пассажиры, во время посадки троллейбус будьте внимательны. Не задерживайтесь, по возможности проходите вперед в середину салона. Остановка Ардасская улица. Следующая остановка Базовская улица, Коровинское шоссе. Конечная. Так.
56-й троллейбус от Белорусской до Базовское шоссе, Базовская улица, Коровинское шоссе, незнакомые для меня такие названия, поэтому я с трудом их знаю. Ну, в общем, все хорошо, только грязные очень стекла, погода плохая, и подтверждение моей, так сказать, правоты, что вот эта модель троллейбуса какая-то чумазая. Все время у них грязные стекла. Раньше мне говорили, что к парку они такому относятся, что там стекла не моют. Но сейчас я сомневаюсь в этом, честно уже сказать, потому что вот ездил сейчас на 78-м в одну сторону, на одной модели грязные стекла, на другой чистые. Это не от парка зависит, от троллейбуса зависит. Может, дело в аэродинамике, что ли? Как-то ее воздух грязный обтекает и все к нему прилипает. Ну ладно, так или иначе, поездка снята. Уж как есть, так и есть. Другого варианта может и не быть, потому что троллейбус, как бы мне сказали, что снимается, меняется на автобус или вообще снимается, я не очень понял. Ладно, всего доброго. Пока. Пишите. До свидания.